С 19 по 20 февраля в столице Ливана Бейрути прошел первый форум Федерации ректоров российских и арабских университетов. В работе форума принимает участие министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева и представители Российского Союза ректоров. От Казанского федерального университета на форуме представлен проректор по внешним связям Ленар Латыпов. Форум посвящен теме укрепления академического сотрудничества между высшими учебными заведениями России и стран арабского мира. Одним из вопросов стало распространение русского языка в странах арабского мира и изучение арабского языка в российских университетах. Изучение Востока для КФУ является приоритетным направлением. Программы этого направления реализуются в Институте международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Универньюз.